Привет всем! Вы на канале Позитивный огород. Сегодня будем обрабатывать пчел от клеща варроа таким вот препаратом Бипин Т. Одна ампула этого препарата рассчитана на 1 литр теплой воды 30-35 градусов. Набираем 1 литр теплой воды. Переливаем эту воду в такую обрезанную 1,5-литровую бутылку. Здесь вот на ампулке есть риска, она очень хорошо. Так, тут раз. И хорошо. Мы даже вот так ее плюх туда. Сейчас размешаем. И сейчас мы хорошенько перемешиваем массу до образования однотонного цвета эмульсии. Все хорошенько перемешиваем. А обработку будем проводить вот таким вот стеклянным шприцом. Набирать. Здесь все хорошо показано. 50, 100, 150 мл. Набираем. И будем обрабатывать. 10 мл у нас идет на одну улочку. Вот такой вот шприц. Ну вот, пришли обрабатывать пчел. Обработку проводим при температуре от 8 до 10 градусов. Снимаем верхний положок. И сейчас будем проливать раствором 10 миллилитров на одну улочку. И пчелки уже собрались вот так вот в клуб, но еще они не плотно сидят. И сейчас мы их обработаем, и затем через 7 дней нужно будет повторить такую обработку для закрепления результата, чтобы клеща было как можно меньше, больше его погибло. И так как сейчас расплода практически уже нету, скорее всего вообще его нету, то клещ должен быть побежден в большей массе. Укладываем вот такие вот палочки, чтобы пчел накрыть положком. И зимой они могут тоже переходить с рамки на рамку таким образом. Две палочки ложим, и сейчас будем накрывать все сверху положком. До этого, вот, как видите, там настояли полоски от клеща. И сейчас вот еще обработаем такими вот жидким раствором. Немножко приоткрываем литок, чтобы пчелки наши сейчас они будут вентилировать улей. И немножко сейчас его приоткроем. Вот так вот. И все, аккуратненько все закрываем. Сверху ложим утеплительные вот эти маты ватные. Один. С боков все прижимаем. Ложим второй. И для лучшего сохранения тепла в гнезде еще и третий, потому что скоро у нас придут холода. Вот так вот проводим обработку от клеща варроа. И вот обрабатываем следующий домик. Здесь они тоже уже собрались в клуб. Палочки можешь ложить. В каждую улочку по 10 миллилитров. И накрываем положком сверху их. Ну вот, обработали наших пчелок. И через 7 дней повторим такую же обработку. Ну а всем тем, кому данное видео было полезным, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео с друзьями, заходите почаще в гости. И пока-пока.
До новых встреч. Всем самого-самого наилучшего.